Ставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, а также Юрчик. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва воров». Здарова, дорогие мои! Итак, друзья, сегодня мы с Юрцом прибыли для вас записывать новенькую серию по шоу «Битва воров GTA 5». И сегодня мы прибыли в очень крутой район, и это у нас, ребята, прямо самый центр Лос-Сантоса. Именно здесь сегодня мы и поугоняем тачки за отведенное время, а потом привезем их на базу. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Давайте мы соберем 4000 лайков, выходит новенькая серия по этому классному шоу. И стартуем мы с Юрцом на счет 3. 1, 2, 3, поехали! Юрец, желаю тебе удачи. Куда поехал? А, ты поехал обратно, хорошо. Да, везде, смотрю, куда поехать, думаю. Ладно, посмотрим, что мы сегодня угоним. Я что-то вижу прикольное. И это прикольное, пожалуй, я заберу. Так, это у нас копеечка. Так, садись, заводись. Опачки, поехали. Ой-ой-ой. Что это? Что ты угнал? Ема, дрифтовая копейка. Хеннесси, серьезно? Красиво, красиво, хорошо. Окей, моя первая тачка. И это, ребята, хорошо. Ты Хеннесси угнал? Ого! Да. Ого, пикап, прикольно. Так, значит, здесь я все, получается, забрал вот в этом вот. Там на борту написано «Кшикфит». «Кшикфит»? Понял. Ого, запарковано. Ничего себе, запарковався здесь, конечно, так, ребята, неплохо. Ну ладно, мы продолжаем пока дальше. Ой-ой, так вот мы в дрифте. Итак, значит, получается, что я привез вторую машинку на базу, и у меня уже две есть. И пока все хорошо, мне получается, тачки реально очень крутые и прикольные. Так, значит, я пока завожусь и поехал дальше. Как дела, Юрец? Рассказывай у тебя там. Да, я завелся. Врум-врум. Как дела у тебя, рассказывай? У меня нормально, вроде все хорошо. Все хорошо. Ребята, в комментариях напишите, как у вас настроение. И, кстати, у вас каникулы-то уже как там, начались, не начались? В комментариях пишите. Начинается в конце недели? Я знаю, потому что... из первых уст. Да, потому что вроде как нам сказали, что у кого-то уже начались, поэтому странно, не знаю. Ну, от регионов зависит, конечно. Ну да. А, окей, ладно, 3 тачки есть на базе, поэтому мы едем дальше. А, так, значит, здесь мы уже все, я угнал, поехали. Мне, о, короче, вот здесь еще не все. Но. Бэха, а значок BMW, короче, такой раскраски, как, знаешь, краш-тест вот этот, черно-желтый такой. А, яркий. понял, да, неплохо. На манекенах обычно такой кругляшок херачит. Ага, понял. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень громко. 4 машины на базе есть, ребята. Поехали дальше. В принципе, сейчас бы забрать еще буквально 4 столько же, и все будет хорошо. Фига себе, золотая Бугатти у тебя, ёпа, красота. Богато, да. Прямо даже очень. А есть что? Есть что-то, ну-ка. И там тоже есть. Хорошо. Окей, так, пока сейчас забираю Кадиллак. Кадиллак забираю и поехали. Кадиллак, это интересно, может быть. Как делак? Так, значит, мы пока... А у меня сток сена. Сток сена или... А, понял. Я думал, сток сена. Да, сток сена, все правильно. А потом думал... Я так и говорил. А потом подумал, стоковое сено, типа, понял. Ладно, хорошо. 5 тачек есть, я там 6-ю видел. Сейчас пойду быстренько заберу, все будет хорошо, красиво, вкусно. Так, это получается, мы сейчас сюда и вот сюда. Да, если вкусно. Если бы вкусно, я бы на твоем месте там не ездил бы. Да, думаешь? Так, значит, я пока подъезжаю сюда и... Так, давай, заводись, поехали, хорошо. Воу! Ты тяжелая, что ли, меня обманули? Ни хрена себе, тут летаю. Окей, значит, я пока машину везу. О, кстати, очень быстрая ламба. Очень крутая. Это у нас недочет. Да? А, думаешь, у меня здесь сколько? У меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я сейчас только... А, да, слушай. С твоей стороны у меня вообще байков нету. Один байк я забрал. Не-не, это не байки, это я считал машины, которую я угнал. Да, а. Поэтому мне бы еще бы одну... О, одну, в смысле две. Так, сорян, мужик, поцарапал твою машинку. Так, сейчас забираю, получается, я М4. Так, заводись. Я угнал кое-что жирненькое. Прямо жирненькое? Да. О, ты там летишь. Фига, прикольно, реально. Классно. Это так, это у меня... Сколько машин-то? 3, 4, 5, 6, 7. Я поехал за последней, ребята, прямо сейчас. Поэтому вопрос, где она находится? Где ее искать? Я не знаю. Но надеюсь, сейчас быстренько найду и угоню. Что такое там у тебя? Это у меня как крот пополз.
Ой-ой-ой, круто, это Димона тема, это не моя. Так я и говорю. Я понял. Ты так, буквально это... так же и пополз, я что-то понимал. Серьезно? Так, я забираю... А, это Пагани. Прикольно, слушай, такая, однако, Пагани. Забираю ее. Хорошо, значит, получается, прямо сейчас тачку на базу я привожу, и все получается максимально хорошо. А, это моя восьмая машинка. Итак, получается, что надо у нас брать. Тут... Что у меня здесь? У меня здесь, ребята, Escalade, М7, wow. Да, такая новая прикольная, лимузин, М5, копейка, Бэха, Ламба и Пагани. А у тебя здесь тоже есть Ламба, однако, прикольная. А также еще есть Сена, такой вот пикап, шестиколесный Раптор. А также еще есть полицейская тачка, Корвет, да, Бугатти, да, М2 и Дред, который Шевроле из Трансформеров. А в комментариях пишите, как вы думаете, у кого тачки покруче, по вашему мнению. А пока мы берем быстрые машины, поехали на первое испытание. Let's go. Окей, друзья, испытание спринт-гонка. Ехать нам, ребята, 7 километров, но самое интересное, что мы меняем тачки вот в этих вот местах. В этом месте мы меняем машины на другие, да. Короче, будет прикольненько и весело. И стартуем мы с Юрцом на счет 3. 1, 2, 3, поехали! Воу-воу-воу-воу-воу. Так, ну что, посмотрим. Абфлюк. Абфлюк, что у тебя? Абфлюк. Так это болезнь, что ли? А, понял. Не знаю. Так, ладно. Возможно, болезнь, да, каких-то крыльев широких. Так, на самом деле, ребята, у меня новая Пагани, она называется, если не ошибаюсь, я забыл, как она называется. Честное слово. Зибумыч. Да. Ну, как-то интересно, но она так смотрится неплохо, но я врезался, у меня авария. И у Юрца тоже авария. Понял? Да я влетел прям в 90 градусов в бота. А, понял. Поймал меня на переезде. Интересно, потому что пока я впереди, но у нас потом более быстрые тачки, да, потом мы пересаживаемся на более такие быстрые, шустрые машинки, поэтому посмотрим. Поворот направо. Поворот налево. Пока неплохо. Ой-о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 й-
провал, как сказать так можно. Я потом не поеду. А надо, бань вот тебя. Они тебя ждут, между прочим. Они всегда ждут. Ну вот что вот это за паровозик? Томас, блин. Так. Да, это я объехал. Прыгнули. Давай. О! Ты понял, что произошло? Ну, бы это да. Ого, у меня отвалилось. Как в Голливуде. Мне отвалился капот, да, или как он, багажник, как он правильно называется. Ну, в данном случае, наверное, это все-таки реально капот будет. Да, потому что там движок сзади. Она такая страшная стала, честно говоря. Похож на какого-то большого жука такого. Но... Погоди, они все такие. Да. Ёпта! Понял, Юрка. Идет. Тебе малеха там. О, портал от души. Да, да. Я на разгон получше. Быстрее. Из одной вышел, в другую сел. Быстрее. Давай. Запускайся. Я поехал. О, отлично. Ну, неплохо, одновременно. О, ты шустрый, слишком. Да! Что? Слишком шустрый. Да, говорю. Ну, окей, ладно. А вот сейчас начинается чисто, как говорится, умеешь ты закладывать рельсотрон как бы или не умеешь. Знаешь, это про этот гонка сейчас начинается. Это чисто гонка в стиле Horizon. Лагало здесь. Помню, да, было дело. Хай! Здорово! Здорово! Хай! Говорит. Так. Слушай, пока впереди, мне это нравится, потому что очень я сейчас волнуюсь. Надо бы победить. Тачки одинаковые. Да, максимально. Поэтому. Ну, может, я чуточку быстрее, но бот и засранца. Врелся, да? Хорош. Главное, сейчас здесь нигде сейчас не нет. Лохануться. Но вот этот отрыв. А куда я? Я смотрел на поворот. Красава. И не заметил просто в знак. Это как так-то получилось? Главное, сейчас не пере... Газ. Фух. Занесло чуть-чуть. Да, фух, хорошо повезло. Ладненько, это хотя бы бал мой, ребят. Самое главное, это было максимально страшно. Я боялся, что бал не заработаю. Идем дальше, впереди раунд номер 2. Окей, друзья, испытание дерби. И у нас это двойное испытание, потому что у нас есть тачки как бы в двойном количестве. То есть у меня есть Escalade и лимузин Lambo Urus. А у Юрца там Bugatti и что-то еще. Короче, будет прикольненько и весело, поэтому поехали. За каждый раунд, Юрец, мы зарабатываем баллы. Поэтому... Шустро. Ну, это пока громко сказано.
Ой, ёб твою мать! Да, ой, хорош! Кусок широкого. Хорош, это мой первый балл, ребята, в этом раунде. Это было максимально, даже особо ничего не делал. Юрец там как-то сам не вписался. Ни о чем, блин. Да, понимаю. Окей, раунд, раунд второй, поехали, давай. А, у тебя Хеннесси. Кадиллак полноприводный, да? Ну, или не знаю. Какой-то новенький. По идее, да, полноприводный, ага. Но новый. Но он фуфло какой-то. Поворачивай, пожалуйста, поворачивай. А не то, что он фуфло. Хеннесси, в принципе, тоже далеко не идеально. Нет, я не вписался. Ты прикинь, я не вписался просто. Ай, понимаю. Ну, ладно, в таком случае это балл Юрцу. Ну, у нас здесь ничья по одному баллу в этом испытании. У меня пластиковый капот. Серьезно? Видимо, облегчили, да? Ладно, это получается, что 1-1 в этом раунде мы зарабатываем. Пока еще 2-1 по общим баллам, и мы идем дальше. Итак, друзья, испытание Drag Racing. Это будет реально интересная гонка, потому что в центре карты там будет мост, и там мы меняем тачки. И я не знаю, что приготовил там Юрец. Короче, будет интересно и весело, поэтому стартуем на счет 3 с тобой. У тебя это сено, у меня это копейка. 1, 2, 3, поехали. Ой-ой-ой, это какой-то очень шустрый на старте. Ну ты дрифтун просто, наверное. Сено хороша должна быть. А я? Вопрос по читу. Блин, ну я не догоняю. Ты плывешь, да? Да, ты уходишь. 460. А еще меня смущают мои разворотики, которые сейчас будут впереди. Это... Вот, да, разворот это зло. Не, ну я ухожу, слушай, 520. Да, нет, 400 максимум у него. Ёпта! А по тормозам я как? Я чуть не улетел, чтобы ты понимал. Реально? Тормоза меня спасли, а при этом, чтобы ты понимал, я на сене даже на песок вылетел. Да о, поворачивай! У меня колеса уже крутятся, я еще не сел. А, серьезно? Не, я не успею, я просто не успею. Не успею, это сейчас напрямую. Да сядь ты, он уже мимо тачки прошел. Ну все, я уже 500 еду. Блин. 900. Реально? Блин, я понял. Блин, ну да, копейка тупо проиграла. Я бы здесь... А, ну... А, BMW тоже не поехал. Ну, типа, она поехала 400, но... Не, не, ну там точно не 1000, короче. Да, Юрцу бал в этом раунде. Я бы и 2, и 3 тысячи поехал бы. Вау, ты меня взорвал! Я тебя снес? Тачка без меня поехала, тачка без меня поехала взорванная, стой! Я даже взрыв не мог, что ты сваливаешь. Короче, это получается у нас по баллам-то что? Это 2-2 у нас по общим баллам, да. И впереди буквально еще 2 испытания, давайте мы их проведем, поехали. Погнали. Окей, друзья, испытание автопилот. Это будет интересное испытание, потому что прямо сейчас мы выставляем автопилот, выставляем показания максимальной скорости и стиль вождения. И тачки будут ехать сами всю гонку. Это будет реально интересно, поэтому ставьте лайки. А прямо сейчас мы стартуем с Юрцом на счет 3, максималку мы ставим ровно 300 км в час. 1, 2, 3, поехали. Окей, а на самом деле здесь все может измениться. Начало, ого, ого. Ого! Вот это... Работают? Не знаю. На мигалке не работает, обман. Серьезно? Ну, начало было очень крутое. Я объехал бота, это очень классно, потому что бот будет Юрцу мешать. Нет, уже не мешает. Ну, понял. Я с тобой уже. А у меня вот здесь небольшая проблемка. Здесь едет бот, который вот... А, что? Эй! Эй! Какой же ты... Глотай пыль! Я раньше времени его просто похвалил. Реально. Да, да. Пожалуйста, ну, на самом догони. Деле, они любят сесть на задницу к боту и все, и тупить начинают жестко, конечно. Ну вот что сейчас? Почему ты тормозишь? Ну обходи ты по свободная полоса. Главное, по стрелкам полоса на поворот, понимаешь? А он тупит, как не знаю, как овощ какой-то. Все, газ-полос, поехали. Я, короче, помню, не помню, что за тачка была, но это самый отвратительный автопилот был за все время. Он вообще вот ничего не делал, он просто вот ехал как бот и все. Да? Ладно, я хотя бы догнал Юрца, хотя Юрец будет обходить бота, да, видимо? Газу! А я буду Юрц? Давай, ну куда-нибудь-то лево-право-то решись! Господи, какой же ты... Опа! Какой же ты... Ой, сейчас ты... Я там жилетка не выкинул? Нет. Повезло. Ну да, перестройся в бота, логично же, совершенно точно, да? Давай, давай, ну вот же Юрка около нас уже буквально осталось, ну, там слушай. Пару поворотов. Я не радуюсь, рано еще радоваться. У меня очень классное ускорение, но... Ну я не знаю, вот сейчас только сейчас если. Сейчас на этом повороте можно прям тупануть жестко. Ну пожалуйста, обойди. Хорошо едет с левой ну стороны. Как ты меня обошел? Я не понимаю, как ты меня обошел, честное слово. Ну типа, елки-палки. Ну там чисто повезло, да, чисто повезло. Ну давай. Еще двоих, считай, с бота вместе обогнал. Давай, разгонись ты и газ нажми.
Ну просто газ нажми, обойди его. Да ты прикалываешься. Не-не-не, спокойствие, спокойствие. Да ну, все. Да нет, ну это вообще фуфло. Да, обидно. Короче... Один обгон. Да, 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 один обгон совершил. А такая прикольненькая тачка. Ладненько, впереди последнее испытание. Там, ребята, нужно балл брать стопудово, поэтому поехали. Давай, погнали. Друзья, последнее испытание. Прямо сейчас мы скидываем тачки из горы Чилиот. И больше газ и тормоз мы не прожимаем. Скидываем и все. Цель при помощи руления, педалирования, руления, да? А уехать дальше соперника. Да, педалирование. Да, уехать соперника. Поэтому посмотрим, что получится. Уехать дальше соперника. Педалирование, уехать соперника. Моя твоя, не понимать. Моя вторая имя, да. На самом деле посмотрим. Смотря какой Fabrics. Смотря сколько details. Дорого, богато, а толку ноль. Вообще, я на крыше чили. Я на крыше еду. Но я при всем жил. О! Да ты! Да бля! Камень, камень, камень. Прикинь, зацепил бампер. А как я-то встал? Я вообще не понимаю, обо что я встал здесь? Снизу даже камня нету, обалдеть. Даже не касается. Да, да, да. Окей, друзья, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Всем удачки и всем пока. Пока.